У нас сегодня 16 июля. Уезжают у нас братья, сестры, приезжие гости. Сейчас все прощаться будут друг с другом. Вот так вот. По телефону поняли, как в скайп заходить? Вводит свои личные данные и решим все это. Давай с Богом, сестра. На молитву призывай. Все, на молитву, на молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарим Тебя за это благодатное время, в которое Ты позволил нам приехать сюда, где над нашими душами трудятся, где нет безразличия к тому, как мы будем в вечности, какова наша будет судьба. Кому-то было тяжело, кому-то легко. Благослови нас полезное для души своей взять и воплотить это в дальнейшей жизни, чтобы наследовать Царствие Небесное и не пойти в гиену огненную. Благослови водителей, чтобы доехать нам благополучно, и машиниста, чтобы остановился там, где нам нужно, если это угодно Тебе. А если мы должны ходить через весь поезд и будить пассажиров, да будет так, Господи. По полной программе. Может быть, оно и надо. Может быть, оно и надо этим пассажирам, которые увидят и услышат о Христе. Положи нам на сердце, что говорить недовольным ворчунам. Благодарю, Господи, за то, что Ты меня здесь исправил. Я покаялся в том, чем нужно было покаяться. Благослови всех, кто приезжает в это место. Благослови фермера, отца Иакима, Игнатия Тихоновича укрепи, умудри. И всех жителей деревни сохрани от нечистой силы, пожаров, воров, хулиганов и всяких злодеев. Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Ну все, кто не уезжает, прощайтесь. Сергей! Надежда. Ну что тут слово говорят, а ты до встречи, до встречи. За вашу заботу. Внимание, внимание! Сестры! Сестры, внимание! Спасибо, Господь. Все, все, слово сейчас, брат, скажи. Сейчас. Кричим, сколько можно. Благодарим Тебя, Богу слово-то. Благодарим Тебе, Христе Божий наш, за милость Твою, за дарованную возможность приехать и встретиться таким коллективом. Я не чаял, что встречу таких людей. А когда увидел, что едут, я подумал, едет элита. Какая же это элита? Обычные, простые, любящие Господа, исполняющие волю Его, ищущие пути Его, стараются жить по слову Ему. Господи, благослови всех тех, кто принял крещение. Очень важный момент, когда человеку говорят, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Аминь. 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 Не проглатывать, не про себя. Сатана в этом подловит. Слух надо говорить. И не бояться своей жизнью показывать, что ты, христианин, несешь Слово Божие, несешь свет в жизнь и сам ищешь спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Братья, надо ехать уже здесь. Поехали. Ну все, с Богом все. Так, давай, Оля. Спасибо, Христос, за встречу. Давай, да не скучай. Господи, укрепляйся. Не ищи себе ненужного.
Ну, ты сама говорила. Ну, все, брат, с Богом. Давай, брат. Спасибо, Христос. Пускай ты связывайся. Ангела, храни Петра. Брат, храни тебя, Господь. Ангела, храни тебя, тебе дорогу еще. Давай. Храни тебя, Господь. Спаси Христос. Ангела, храни тебя, тебе дорогу. Брат, с Богом. Спасибо, Христос, тебе за все. Давай, будем на связи. Ну все, брат, давай, брат. Я-то остаюсь. А, ты остаешься. Спасибо. Поздравляю с крещением. Я тоже поздравляю. Я подумал, вот этот путь, если выбрать, как апостол Павел, ну, семейная жизнь, это радость. Вы здесь стоите? Да. Лука. Лука. Вот он, вот он. Быстрее. С Богом. С Богом. Лишнего вроде не создали. Я рука-то зажила. До свидания. Ну все, брат, с Богом. Да, с Богом, брат. Блесят, Господи. Да, благодарю. Все, все, все. По машинам, по машинам, по машинам. По машинам, по машинам. Ну все, брат, Николай, давай. Вот он. Я думаю, где мой брат? Спаси Христос, брат. Ты самое ценное, что можно здесь наблюдать, и практически никто не смотрит на тебя. Давай. К сожалению. Одно из самых. Да. О! Наконец-то уедет этот заноза. Спаси Христос, Тюмень. Лука погрузили уже. Девку не могу найти. Где он там? А он поедет, да? Он уезжает? Кто? Лука. Ну, конечно, с этим, с Юрием, с Георгием сейчас. Еще. А что я? Ты тоже. Грузитесь в машину-то. Так, ты что стоишь? Я стою. А, ты стоишь, правильно. А я куда сажусь? Двигайся сюда. Музыкальное сопровождение. Мне эти песнопения, я засыпал под них. Мне нравится очень. Так, все. Так, в чем дело? Ваша Сережа. Мы должны там уже быть. Горбуленко Павел! Ну все, слава Христу! Аллилуйя!